Как услышать свое высшее «Я»? Поворачивайся к себе. Ты его слышишь постоянно, но ты всегда включаешь ум. Ребят, давайте самый простой, самый элементарный такой, не знаю, практика, любят люди слово «практика», да? Смотрите, самая простая практика, которая вам пригодится на всю оставшуюся жизнь, когда вам не нужны будут никакие гадалки больше, никакие предсказания, ничего, когда вы четко будете знать, хотите? Смотрите, есть такое единственное состояние, которое собирает наша душа. Душа наша – это наш стержень, это я. На стержень на нас, на наш, нанизывается наше тело белковое. И все это закрепляется сознанием. И когда мы это все три компоненты видим, у нас идет осознание всего этого. И вот в этом осознании всего этого мы находимся только в этом состоянии, находимся в потоке. И когда мы находимся в потоке, у нас есть только знание. У нас нет уже информационного поля, у нас есть только знание, тотальные знания. И мы очень все стремимся, да, многие стремятся за знаниями. Вот. И когда мы хотим услышать свое высшее «Я», для чего? Чтобы узнать знание, знание чего-либо. Вот. И знание чего-либо, неважно, что это твоего рода, это каких-то других миров, это той жизни, которая находится сейчас, это элементарных каких-то вещей, ехать мне туда или не ехать, неважно, хоть чего. И вот эти вот три составляющие у нас собираются только, когда мы еще не привыкли быть в моменте все время. У нас они собираются в одно мгновение сразу же при громком звуке, любом громком звуке. Упала кастрюля, пробежал кот, там еще что-то, и вот этот громкий звук нам сразу же, оп, и мы собрались. Все, наверное, знаете это состояние, да? Все, наверное, его слышали, видели, ощущали, когда что-то там такое происходит, ты раз такой, о, что случилось? И если у вас появляются вопросы для самого себя, что нужно сделать? Задаете какой-то вопрос, ну, например, там, а нужно ли мне ехать туда-то? Хлопок, и у вас в первые 3 секунды приходит ответ, который принадлежит только вам. Первые 3 секунды после громкого звука, после хлопка, мозг не подключается. После 3 секунд вы уже начинаете интерпретировать. Ой, да нет, я все-таки не поеду, вот туда нужно заправляться, машина не та, погода не то, одежда не та, там еще что-то. Вы можете уже все что угодно сделать после 3 секунд. Но первые 3 секунды, неважно, обращайтесь вы к своему роду. Род, хочешь ли ты со мной разговаривать? Сразу же ответ. Нужно ли мне ехать туда? Нужно ли мне быть с этим человеком? Все. Первые 3 секунды после хлопка – это истинный ответ знания. Пользуйтесь.